Ливень! С чем мы вас и поздравляем. Футбол в ливень – это не совсем футбол, но все-таки это футбол. И мы сегодня будем смотреть именно такой. Василий Соловьев и Юрий Розанов без зонтов, но это, как говорится, к делу не относится, и футболисты, которые без зонтов еще бы не хватало. Сегодня, конечно, очень с нами погода обошлась нехорошим образом, потому что если футбол, ты как говоришь, не совсем футбол, то уж вот сейчас ливень, так ливень настоящий. Позвольте представить вам главного арбитра встречи, зовут его Мануэль Руй Барбоза. И если пробьет отсюда, может быть очень опасно. Очень чисто. Мяч на фланге забирает игрок. Мяч уходит на угловой. И вот удар головой. И это гол! Гол! Великолепный мяч, и добавить тут нечего. Как все-таки здорово некоторые угловые подают. И как результат отличный гол. Давайте посмотрим еще один раз. Повтор только с другой камеры. Стартового свистка арбитра до первого гола прошло 8 минут. Интересно. Все, что остается партнером, это только открываться, только искать свободное пространство. А уж он-то туда мяч отправит с любой дистанции. И Месси пытается не отдать мяч сопернику. Обыкновенно ему это удается. Санья. Ну и вот результат борьбы. Мяч отобран у игрока и катится по газону. Не надо было тут свистеть, правильно, лишний раз. Зачем это надо? И свисток поберечь, и легкие свои, да и для игры, для органики все это более подходящее. Да, все было грамотно, и слава богу, не испортил атаку. Серхио Бускетс. А теперь и соперник поправит свой процент владения мячом. Центральную зону можно атаку развивать. Неймар. Хави. Серхио Бускетс. И чуть назад на Месси передача. Да, чуть-чуть прицел бы поправил, и мяч мог бы оказаться в ворота. Вполне заслуженная желтая карточка. А что еще можно было здесь ожидать? Надо поставить, конечно, поэтому заслуга тренера очень велика. Санья. Сейчас вложится игрок, я практически в этом не сомневаюсь. Ну давай! Отбивает мяч вратарь, но атака не завершена. Хави. Совершенно правильно.
среагировал. Сильный удар, куда, неважно. Говорят же, что умный защитник враг команд. Санья. Конечно, лучше, когда передачи еще и с продвижением происходят. Думаю, надо бить и забивать. Видим арбитра с флажком, а стало быть, игра остановлена, гола никакого не будет. Санья. Педро. Серхио Бускетс. Маскерано. Неймар. И очередной опасный момент у ворот соперника Барселоны. Стрел критических на линейных арбитров, а? Гол рядом вроде бы, да, он стоит с флажком, зафиксировал офсайд, и половина болельщиков, наверное, его костерят. Да, как будто ошарашенные были. Вторая половина игры. Вторая, она же, как чаще всего бывает, последняя. Легко порой, кажется, да, Барселона создает моменты. Думаю, надо бить и забивать. Опасный момент. И это гол. И это ничья. Комментаторы любых возрастов, любых национальностей говорят в таких случаях, все начинается сначала. Они не совсем правы, но на 80% все-таки да. Позиция игрок Барсы. Серхио Бускетс. Думаю, надо бить и забивать. Удар по воротам. Не знаю, насколько был по игре, но, как говорится, без фарта нет успеха. Как у нас говорят, первое Соколом, вторая Соколом, стало быть, будет и третья. Нам осталось немного, посмотрим дальше, что будет. Летает мяч в ворота от штанги, это, конечно, обескуражило вратаря. Санья. Кто-то, скорее всего, вратарь, выполнит этот удар от ворот. Вполне логично замена, когда команде нужно добавить напора, страсти, скорости, а может быть, и взгляда со стороны. Серхио Бускетс.
технический брак со стороны игрока обороны, и соперник будет бросать мяч за боковой. Время свое провел на поле недаром, желтую карточку получил. Мяч отскакивает от игрока и уходит за пределы поля. Побольше разговоров нет, но что случилось, то уже случилось. Готов игрок команды, силящийся отыграться, вступить в бой со свежими силами. Мощнейший удар. И это угловой. Ну и посмотрите статистику ударов по воротам, в створ и мимо, какую угодно. Дани Алвес. И обратно. Отскочил Дани Алвес, подошел, чтобы с ним отыграться. Вот, пожалуйста, он мяч получил. Неймар. И партнеры поддерживают и здесь, и там. Думаю, надо бить и забивать. Сейчас будет удар. И один точный удар был нужен. Один точный удар нужен и теперь. Того, чтобы сопернику не дать разогнаться. Вот новый игрок и появляется. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно сейчас. Именно сейчас команде забить гол. Как исполнил сейчас передачу. И вновь вместе с мячом. Думаю, надо бить и забивать. Опасно! Не удержал мяч. Тает время, тает. Вот уже последние 5 минут пошли, а шансов сравнять счет все меньше и меньше. Судя по усиленной разминке одного из игроков, сейчас замена будет. Сон. Хорошая передача. Думаю, надо бить и забивать. Удар! Thank you.
из поражений можно извлекать выгоду.